первый тайм мы провалили, не тайм, 5 минут, 7, то есть Армагир мог много голов забить, ни один, ни два, ни три, забыли выйти из раздевалки, потом с 10 минуты, в эти моменты, стоит отметить, нас спас вратарь, который потом ошибся. Ну вот и 10 минут мы просыпались, не получалось вообще ничего, были, конечно, может быть, шокированы, там, я не знаю, чем, полем, стадионом и соперником. Соперник хорошо действовал в первые минуты, прессинговал. Потом уже более-менее отодвинули игру от своих ворот, начали атаки проводить, пытаться в пас играть, что-то как-то начало получаться. Пенальти, не знаю, был там, не был, по-моему, смешной. Дальше второй гол получили. Вот это было тяжело, не сломаться, ребята молодцы, после этого не сломались. Еще лучше начали играть, может быть, раскованность появилась какая-то. В перерыве внесли коррективы, вроде вышли прессинговать, соперник отошел на свое полное поле. Но потом опять свои ворота мы забиваем гол. То есть, ну, тяжело выиграть, когда такие ошибки в каждый матч может молодой организм у нас допускает. Не знаю, мне кажется, это уйдет, когда ребята будут, например, играть за премиальные, например. Ну, за большие какие-то, когда будут чувствовать ответственность, потому что у них ответственность, это их совесть пока что только. Так вот, ну, по крайней мере, Армагир на первом месте, это самая сильная команда, это команда уровня ФНЛ, это там, игроков многих знаю, то есть, да, тут сомнений нет, проиграли 3-1, боролись, по крайней мере, не опускали руки, вот такой наш уровень, как бы.